Жар раскаленного асфальта, горожане, скрывающиеся от палящего солнца в тени остановок и деревьев. Термометры на солнце в Шымкенте уже сегодня показывают плюс 43. Знойная погода уже установилась почти на всей территории Казахстана. Находиться на таком пекле больше 10 минут невозможно и опасно. Врачи говорят, тяжелее всего жару переносят пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и страдающие повышенным давлением. Таким людям выходить на улицу при плюс 40 смертельно опасно. От жары может стать плохо, а заболевание обострится. Если вам стало плохо, это как головокружение, головные боли, слабость, сердцебиение. Обычно у сердечно-сосудистой патологии встречается у пациентов. Отдохните в тени, примите жидкости. В случае, если в течение 5-10 минут состояние не ухудшится, лучше вызовите скорую. На улицу врачи советуют не выходить без головного убора или зонта и стараться надевать одежду из натуральных дышащих тканей. А еще специалисты рекомендуют в сильную жару слегка смачивать свою одежду. Так кожа немного охладится. Ну или вовсе опустить в прохладную воду руку, и температура тела спустя пару минут придет в норму. Можно чаще принимать душ, хотя, конечно, среди рабочего дня сделать этого не получится. Зато что точно можно сделать, так это выпить горячего чая. Чем больше вы потеряете влаги в виде пота и испарений, тем лучше вы себя почувствуете. Не зря в Казахстане есть давняя традиция даже в сильную жару пить чай. Анастасия Новикова, Дарын Абдиев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Утрар».